Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Как канал называется, Дэн? Baby Go. И правильно, Baby Go. И сегодня у нас очередная настольная игра. Называется она «Человек-паук. Великий». Вот она. Ну что, сыграем? Да. Поехали! Поехали? Так, смотри, проверяй, чтобы у мамы было 12 карт. 1, 2, 3, 4, не спеши, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12! Ну давай папа начнет. Папа ладно. Начнет первый. Человек-паук, ну, допустим, победил 3 раза гоблина. Хорошо, еще 3 раза победил. Еще 3 раза победил Человек-паук гоблина? Угу. Еще 1 раз гоблина победил. Мама, еще раз давайте прочитаем правила. Хорошо, еще 1 раз, я не понимаю. Еще 1 раз, да? Да. Ну, я проверю. Я не верю себе. Та-дам! Забирай все. Вы забираете всю колоду. Спасибо. А я продолжаю играть первым. Человек-паук победил 4 раза... Доктора осьминога. Денечка, папа 4 карты доктора осьминога положил. А вот теперь вот не тоже чистый. Это другая. Да ты что, ну покажи мне. Вот. Что там у тебя? Там другое. Мам, кто это? Вином, еще 4 раза. Еще 4 раза? Вином. Еще 1 раз Человек-паук победил доктора осьминога. Не знаю. Ну что, проверить, пап? Чего я как ваша сижу? Не знаю. Я тебе не верю. И что, не верю? Проверяй. Забирай все. Дурацкий брат. Так. Человек-паук победил 2 раза доктора осьминога. Сейчас посчитаем, сколько это. Два! Да. Класс. Я тебе не верю. Ну проверь. Повезет? Не знаю. Повезло, повезло. Теперь я сбрасываю. Там всегда могу. Ну, да, ты начинаешь ходить. 4 раза победил скорпиона. Ну, еще 1 раз победил скорпиона. Интересно, ты можешь положить больше? А, ну хотя можно. Еще один. Еще один раз. Не верю. А мне кажется, папа выиграл, знаешь почему? Потому что у меня осталась одна карта. Я говорю, что Человек-паук победил доктора осьминога 1 раз. И он тебя прыгнул. Тенс! Ну ты же должна проверить, наверное, мне больше нечего класть. Тигри-ди-ди-т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 и-
точнее, мама пыталась по-глупому там воспользоваться, не получилось. Я ничего не поняла. У нас, у нас был Человек-паук, заберите эту карту и всю стопку на руку, теперь вы первый игрок. Мама. То есть всю стопку отсюда забираешь на руку. Как смысл тогда Человека-паука? Прикольно. Противнику нужно подкинуть, чтобы вот, правильно. Он говорит, а ты такой, раз, я не верю, забери эту карту и всю стопку на руку. Так у нас же было такое. Нет, ты положил Человека-паука в закрытую и сказал, что еще один гоблин. А надо было воспользоваться шансом, сказать, я не верю тебе, друг. Ну, ничего страшного. Друзья, я надеюсь, что вы поняли, в отличие от мамы. Друзья, ну как видите, сегодня папы wins, мамы lose. Ну а вы, конечно, не забывайте, что впереди еще нас ждут обязательно настольные игры. Подписывайтесь на наш канал, ссылочка внизу в описании. Не забывайте ставить пальчики вверх. Никак пальчики вверх. Никак? Вот так пальчики вверх. И, конечно, ставить самые клевые комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе наших самых свежих новостей. Ну а на сегодня все. Пока! Пока!